очень классно было вообще побывать здесь, в этом месте, так как я здесь, у меня очень много воспоминаний. Я здесь тоже побеждала турниры, это было очень круто. Детки все молодцы, все старались. Мне особенно понравилось, когда, знаете, чувствовалось это соперничество, такой дух соперничества. Поэтому мне было приятно здесь побывать. Сейчас проходит большой турнир Федерации тенниса Украины, в котором участвуют ребята до 12 до 14 лет, в том числе и сестра Даяны. Мы понадеялись на возможность пригласить Даяну поболеть за сестру, а также познакомиться с ее фанатами, которых очень много в Elite Tennis Club. И все сложилось замечательно. Я очень благодарна Даяне за то, что она такой душевный, простой, близкий к нам человек, который отозвался с первого же приглашения. Привет! Спасибо большое! Всегда ждем вас у нас в Elite Tennis Club. Это было очень круто. И желаем больших успехов на больших шлемах. Да.